Работники мечети приготовили к раздаче более 20 тонн продуктов. Это капуста, картофель, лук, морковь, свекла и многое другое. Из них 3 тонны мука. Пакеты с продуктами питания уже получили 40 семей. В такое нелегкое время мы все должны поддерживать друг друга. Из-за пандемии в первую очередь страдают малообеспеченные и многодетные семьи. Поэтому мы вместе с волонтерами собрали разных продуктов и шили многоразовые медицинские маски для них. За 2 дня сотрудники областной мечети сшили более 2000 медицинских масок. В изготовлении им помогают более 30 волонтеров. Один человек в день шьет до 60 повязок. Маски все многоразовые. После небольшой обработки паром или стирки их можно использовать заново. Повязки мастерим 3-й день. Маски очень хорошего качества. Соответствуют всем медицинским стандартам. Они многоразовые. После эксплуатации можно постирать, погладить и использовать заново. Продовольственные пакеты и маски получают те, кто оставил заявку в областной мечети. Более 140 мечетей Карагандинской области поддержали добрую акцию. По всем вопросам, касающихся благотворительной помощи, нужно обращаться по телефону. Дин Мухаммед Амангазулы, Олжас Габбасов, Зарина Зулпухар, телеканал Сарарка.